Около суток потребовалось, чтобы распутать загадочное похищение памятника актеру Евгению Леонову. Фигуру доцента обнаружили в пункте приема цветных металлов. Бронзовую скульптуру по-настоящему народного артиста, к огромному огорчению тех, кто надеялся на скорое возвращение, сотрудники полиции нашли уже в разрезанном виде. Теперь все части используют в качестве вещдоков. А сотрудников пункта привлекут за скупку краденого. Сумму какую они у вас запросили? 39 тысяч. То есть вы отдали сумму туда? Да. И они преспокойно уехали? Ну да. Добавлю, формально стоимость любимого многими памятника оценивается в 160 тысяч рублей. Столичные оперативники уже задержали 5 подозреваемых в краже. Они дали признательные показания. Вы украли памятник, так? Да. То есть вы в этом согласны, то, что вы принимали участие и украли памятник? Да. А вы знали, кому этот памятник вообще принадлежит? Нет. То есть вы этого артиста не знали даже, да? Нет, я вообще не знал. Памятник Евгению Леонову установили в 2001 году во время Московского международного кинофестиваля. Все эти годы он простоял на Мосфильмовской улице.